Всем привет! Сегодня 30 мая, воскресенье. Вот выпустил тростничков, теперь они у меня по комнате будут летать. Уже не боятся, он спускается покушать. Насыпал он там всякую сборную солянку. Вот, что-то там выбирает уже. Летают тут по комнате, довольные, как летчики, взад-вперед. Он только недавно выпустил, они еще немножко переживают, вот, только спустились. Попить там, поклевать. Ну, хоть в окно не бьются, я думал, в окно будут это. Поняли, что там окно, теперь уже нормально. Вот они у меня с городом там воевали, поэтому я их высадил. Теперь отдельно летают по комнате. Там что-то самочка рычит на самца. Места много им сейчас. Посмотрим, что получится. Там веточку повесил. Домик может опять загнездятся. Не знаю, кому потом подкинуть, сами не хотят. Они летают по всей комнате, просторные. Так он теперь сейчас поприволен. Уже проявляет интерес к домику. Садятся. Скинем солому, посмотрим, будут таскать, нет? И клетку садятся. Бросил им соломинку, но уже начали таскать. Вот, первый день уже все сразу. Солома. Как брачный танец ему только. Самочка отобрала. Все, уронили. Уже во всем он интересуется домиком. Наверное, загнездятся сейчас. Только вот повесил. Уже он танцевать начал, соломы. Смотрим, может, в этот раз что-то получится.
Все там, о, залез уже. Ну, все, наверное, сейчас понравится. Гнездец. Ой, второй залез. Ну, танцует вообще. Переставил я немножко. Домик сюда так удобно. Сюда таскает теперь. Здесь другие у нас брачные танцы.